Ну что, всех приветствуем, дорогие друзья. Вы на канале Электромонтаж Минск. И да, конечно, странно, у нас сегодня ролик будет. Зачем электромонтажнику кран в 160 тонн? Ролик мы для вас снимали весь день, можно сказать, на это потрачено. Но ролик был не с нашим участием. В данном ролике мы ускорили время, потому что все очень медленно. Чтобы для вас это не было нудно, где-то мы немного рассказываем про данную часть работы, где-то просто фоновая музыка. Так что удачного вам просмотра. Так, дорогие друзья, как вы видите, перед вами тот самый кран, которого грузоподъемность составляет 160 тонн. Может, как вы заметили, что работу выполняли не мы, выполняла сторонняя организация. И начали они с выполнения погрузки фундамента. Для загрузки фундамента заказывали специальную машину ТРАЛ для перевозки, в принципе, как и для всех остальных частей ТП. Сейчас вот дальше все это увидите. Далее, для погрузки самого ТП, чтобы уменьшить немного вес, было принято у них решение снять трансформаторы. Трансформаторы тысячные, тоже как бы имеют немалый вес, потому что расстояние до установки самого ТП от места стояния крана составляло недопустимое расстояние, чтобы поднять. Поэтому они разгружали трансформаторы отдельно. На погрузку всего ТП со всем разбором, съемом трансформаторов, съемом крыши, фундаментом и расстановкой крана ушло времени 3 часа, потому что кран очень долго устанавливается. Перед вами тот самый противовес, который кран одевает сам на себя, можно сказать. Выставлялся он очень долго, потому что места было очень мало. Учитывали все расстояния, повороты и провороты. Как только кран выставился, первым делом, что мы устанавливали, так это фундамент. И да, кто не видел,
Сейчас он оставит подсказку на тот самый видеоролик, где мы сами заливали плиту под фундамент. Можете посмотреть. Фундамент устанавливался именно на нее. Также перед установкой самого ТП, уже непосредственно на фундамент, транспортировочные петли были срезаны для того, чтобы вытащить чалки. Сразу на углы фундамента положили брусы. Как только выставили ТП, дали слабину стропам, чтобы можно было их отрегулировать, чтобы в дальнейшем их вытянуть. Вот вы смогли пронаблюдать, как достали стропы. В дальнейшем просто их подняли краном. После установленного уже фундамента и ТП на фундамент, обратно устанавливаются трансформаторы. ТП у нас двухтрансформаторная. Ну, думаю, здесь ничего сложного и непонятного нет. Все элементарно просто. Только очень много занимает времени все эти действия.
И завершающим этапом именно сборки ТП была установка крыши. Так-то, конечно, еще работы в ТП выполнялись. Это вводы кабелей, чеканка, гидроизоляция. Ну, думаю, это уже не та история, не в этом фильме. Ну все, ТП стоит. Здесь у нас вводы будут под кабельную линию 10 кВт. Здесь резерв под 0,4. Крышу прианкерили. Это все будем послойно обсыпать, трамбовать. Также заземление будем делать. Установка стоит на своем месте. Надеемся, вам наш видеоролик понравился. Вы поддержите наш канал подпиской, лайком. Также подписывайтесь на наши все социальные сети. Там мы все выкладываем намного раньше, намного больше информации. Есть такая информация, которую не выложишь на YouTube. Всем большое спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.